на средствах Марии Ивановны в Купчихе, в первой гильдии, установлены эти колонки, как водораздаточные в Москве фонтаны, то есть артезианская чистая колодезная вода была разведена. Там вот такая ручка, механизм круглый, то есть ты ее качаешь, вот как у нас раньше были советские ручные, и она, да, поднимает, но это не колодезная, а артезианская, то есть с глубины там более 30-40 метров вода качалась. Так что вот такой, и сейчас работает холодная, ледяная, хорошая, вкусная вода. А теперь мы идем на Соборную главную площадь. Вот, прошу не отставать.